Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. На каком канале здесь? На Бигу. Здравствуйте, наши дорогие! Покажи мыло. Друзья, у нас сегодня очередной челлендж папы vs мамы. Угадай песню за одну секунду. Значит, мы с мамой подготовили по 5 песен, которые каждый из нас должен угадать. Ну а кто проиграет, что у нас, слуховые рецепторы, да? Того победитель дергает за уши 10 раз. Давай, Дим. Давай. Так, кто начнет? Я начинаю. Ты сам. Ты мне сам будешь выбирать песни? А основное сложение. Кстати, все упрощается для мамы, если Денис будет песни выбирать. Поэтому, Дим, давай я по очереди. Давай первую я, потом следующую ты. Давай. Подожди сейчас, давай. Так, первый трек. Дим, только давай нормально. Если одно мыло положи, так тебе будет проще нажимать. Все. А я знаю, что это. Что это? Ну-ка, надо вспомнить. А как она песня? Ну, хоть напой нам, что ли. Ну, какая песня, папа? До свидули. Так. Да, мама угадала. Патимейкер. Патимейкер, хит прошлого года. До свидули, папа. До свидули, папа. До свидули, папа, да. Загибайте пальчики. Мама одно уже угадала. Давай дальше, выбирай, какой будем маме загадывать. Вот эту. Какую? Вот эту? Да. Ты уверен? Давай. Она не отгадает день. Никогда в жизни. Давай то, что ты знаешь, давай. Давай, выбирай. Вот это. Вот эту ты знаешь. Вот эту? Давай, запускай. Это какая песня? Ты пока молчи. Шш, не говори. А какая песня? Это рябиновая птица, нет? Нет, не рябиновая птица. Полни? Ну это дельфин. Блин, надо же, мама. А ты говоришь, за одну секунду сложно. Представляешь, Дени, уже два мама угадала. Ну потому что мы это все слушаем, я знаю. И вот это давай. Нет, это слишком просто будет. Хотел тебе рябиновую птицу загадать сразу же. Давай что-нибудь другое, давай, выбирай. Нет. Дени, так не выбирай. Давай про себя пальчик нажимай. Вот давай, вот это что-нибудь выбери. Нажимай. Только не называй вслух. Или быстрее там это Комптон. Ты давай это. Все, а? О, этот я не знаю. Ну-ка подумай чуть-чуть. Денис, ну очень много. Ой, господи, Андрюш, очень много может песен начинаться с сирены полиции. Ну, а что поделать? Ну мы ж подсказка, это же Денис знает. Значит, фауна полиции, нет? Ё-моё. Да? Да, это разгром какой-то. 3-0, Денис, слышишь, пока 3-0. Так, поехали дальше. Вот она, Денис. А группа как называется? Вы немножко тебе чуть сложнее, раз ты все угадываешь. NBA, кажется. Да, NBA, действительно. Это все, что нас слушает ребенок, понимаете? Давай, выбирай. Это уже была. Я тебе потом расскажу. Если мама не угадает, я расскажу. Я не знаю, что это. Ну, давай где-нибудь с середины. Чего написано? Че? Ну, что-то такое, наверное, я не даже без понятия. Знаю. А чего тут написано было? Нет, я не знаю. Ну-ка. Чего написано там? Давай расскажем маме, что написано. Мама не угадала? Рассказывай. Рассказывайте. Это Мэйли Сайрус, Wrecking Ball. Давай полностью. Ну не полностью, кусочек тебе запустим. Я никогда не слышала. Да ладно, сейчас припев услышишь, поймешь. Ну, это хит играет на всех радиостанциях. Кто вообще играл раньше? Потише сделай, все, давай. Давай что-нибудь выберем еще.
Так, что происходит? Ну. Такая. Ну просить, мама. Не, это тоже за известная тема. Известная. Да. Дим, расскажем маме, мама сдается. Давай. Лада седан. Баклажан. Рекорд оркестра, друзья. Давай сейчас покажем. Ну все, папа готов угадывать. Давайте. Ты, папа, подсказывай, окей? Окей. Оби. Ты не оглашай вслух, так будет интересно. Ты же хочешь, чтобы папу за уши отодрали? Белые снежинки кружатся с утра. А, из кинофильма, где был преподаватель в детском саду. Давай, Изай. Иди сюда. Джентльмен удачи. Джентльмен удачи, да. И давай нажимай эту песенку. Папе. Это Бутузов. Ну, Тилус Помпилус. Все. Песня только называется. Чего, недостаточно, что ли? Нет, недостаточно. Да. Ну. Я не помню, как она называется. Это даже напеть я не могу. Я знаю, что это она, но я не могу ее напеть. Вот хоть я и олдфак, и слушал раньше много, но учился, но я не помню, как она называется. И не могу спеть. Девушка по городу шагает на секунду. Точно. Поехали дальше. Я ее снимаю. Не помню, Дим. Давай, нажмем так. Ну раз Денис не знает. Ты что по своей, тематике пошла? Kiss me! So kiss me! Ну это было изи. Ты издеваешься? Да. Ты над Карибского моря? Нет. Это из кинофильма? Нет. Это из мюзикла? Нет. Это... Эта песня, наверное, уже... Старше меня? Нет. На год, наверное, 11. Ничего себе ты придумываешь волосатые... Хотя у нас Beastie Boys были. Mm-hmm. Body Moving, который Денис сразу озвучил. Еще... Не, я не знаю. Coldplay, Viva La Vida. Действительно, все знают группу Coldplay, да, друзья? Серьезно? Ставьте пальчики вверх, кто знает. Точнее, нет, я думаю так, ставьте пальчики вверх, если поддержите папу и считаете, что Coldplay это вообще неизвестная группа. Ну что, папа проиграл, сегодня мама и Wins, с папой Луз. И мама 10 раз дерет за уши папу, за его локаторы, который не умеет слушать. Мам, вот ты поймешь. Будешь папу драть вместе с мамой за уши? Не будешь? Ну, это был хороший у меня сын. Не, сильнее. 6, 4, 5, 6, 7, 8. Сильнее. 9. Последний давай прям вырви мне уши. Друзья, ну все, сегодняшний челлендж завершен. Впереди еще много интересных челленджей. У нас есть предложение. Пишите нам в комментариях. Придумывайте нам... условия для проигравшего. Пишите, какие задания он должен выполнять. Мы будем выбирать нам понравившиеся и озвучивать человека, который предложил нам такое наказание, и мы обязательно его исполним. Ну а на сегодня все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы быть в курсе последних наших новостей. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока!